Друзья, привет! Ну что, не поверите, где мы снова на суконном рынке. А почему? Наташе нужны еще одни сережки. То есть одни сережки уже купила, настолько ей понравились. И помните, покупала она бусики прикольные сюда, она хочет теперь точно такие же сережки к бусикам. Ну, в принципе, цены классные, янтарь красивый, в серебре сережки. Сейчас уже посмотрели у одной девочки. Наташа хочет снова к тому 18-му киоску, к той девочке. Ей кажется, что именно там она найдет снова новые сережки. Интересно, вам еще не надоели вот видео про покупки, про шопинг? Я надеюсь, что нет. Потому что оно заходит, всем нравится шопинг и всем нравится еда. С таких видео, что заходит. Да, Наташа уже в 18-м киоске. А вот снова эта девочка. Прикольно она сегодня одета. Привет. Привет. Так, ну что, покажи, во-первых, бусики свои вот эти вот. Наша их одела. А ну. Так, бусики, вот такая красота у Наташи есть. Кстати, куплены, по-моему, в этом же киоске год назад. Нет, я тут не знаю, что подойдет. Ну вот такой микс ты хочешь, вот микс. Не-не-не, у меня шумина тут. Так, а ну давай дальше. Продвигаемся. Сейчас мы это. День добрый. День добрый. А вы знаете, я хочу сережки, щось під ці буси. До того пасуємо це. Може щось таке, як вчорай, таке френдки чи душе. Може круглі? А що? А от давайте подивимось все. Давайте ваші рекомендації. Да. Уже якісь, ну, вообще, микс, давайте я вам знаю, сейчас так покажу, чтобы вы просто рассмотрели. Вот так огульно, то найпроще. А то иногда камеры вожу. Такого, або в ogóle така кулечка, або з міксом кольорів, то уж хіба більше таке душе. Ну, там я не побачила нічого. Там какие-то сережки такі, где больше серебра, мне кажется, висячі такі, прям вот. Наприклад, щось такого. Ні, в мене нема зеленого. В мене дивись, воно темний, жовтий. А наприклад, от таке. По-моєму, ні. А ну дай. Ні, ну я, мабуть. А ну скільки він стоїть? А ну давай, зараз. 129. Ну, або власне те, які тут пані побачила, бо в більшості зон чи кольори. А може просто жовтенькі, ні? Жовті? А які жовтенькі? Ну, от смотри, от просто жовтенькі. От. Просто от вони якісь прикольні. От це особливо, от цей такий. Він якийсь міксований з тим, що... От в цей, от це ти кажеш? Так. А у мене є такий колір тут? Я не знаю, ну, мабуть, так. А давай ти дзеркало. Ага, ну, зараз дівчинка вийде. А мы пока с вами посмотрим вообще, что есть снова. Так, уже были здесь, но мне кажется, немножко переставлены вещи. Ну, это червоный, да, типа черный, червоный, тут жовтый, ты кажешь, ну, я не знаю, как ты такие смексованные будешь. Я думала, если хоть один цвет хочешь. Не знаю, как ты смексованный выбрать. Мне это даже странно. Вот вообще просто огромнейшие сережки уже убрали. Хорошо, насладимся здесь янтарчиком. А ну покажи. Ну вот эти, которые мы добылись. Вот. Ну не знаю, мне кажется, что... Ну не знаю, Никита, длинноватый. Мне кажется, тебе... Не знаю, короче. Давай. И ты тоже думаешь, что длинноватый. Ну снова мы с вами прям на примерочке янтаря. Прям с ума сойти. Покажи. Ну хочется, не, наверное, не знаю. Наверное, простое что-то. А иначе не файно. Не файно. Окей. Okay. Да, не файно. С одного... Ну попробуйте, что я говорю. А ну давайте. Эти, вот такие тоже похожие, кстати. Вот эти похожие. То есть докладнее такие самые, как вот мы похожие, да. Это похоже на ну, потому что она круглая. На твою колье. Не, на цвет похоже. То, что я показала, был неправильный цвет, кстати. Так, а эти по 65, по-моему. А ну, покажи. Не нравится. Ну, не колор, мені форма, мені не подобається. Не пасує. А я сказала вот этим. Ну, попробуй. Эти? Таке? Правда, они тоже круглые, ну ладно. Мало чего я сказала, давай попробуем. А, ну тоже круглые такие же. Ну не такие же, с ободком. А ну давай. Это все по 65, да? Не все. А вот эти сколько? Те самые куштые. Нет, это 65, нет, так. Нет. Покажи. Я хочу, чтобы не было, кстати, подожди, золото. Подожди, я хочу, чтобы это... Нет.
Непонятно. А такие бардей. Тебе, наверное, не нравится этот. А вот это что? Да? Угу. О, тоже интересно. Это сам козлатана. Угу. А золочина, говорит, да? Да. А эти сколько? 89. Наташ? Нет, да. А не убери понимаю. Пальчик вниз. Я боюсь, что это, чтобы она не вылетела. Не, я говорила, что пой можно поддерживать только снизу. Ну, непонятное. Человек молния, типа, нет, ты поддерживай Сережку, только замочку уха. Нет. Да, что-то придумали. Что-то мы такое выдумали, не знаем что. Что-то треба придумать. Ну вот капельки, может, еще. Нет, не моя форма. Капельки не твоя форма. Солнышко, а давай опять квадратик. А вот это вот. Нет, а? Опять не серебро. А не вот от прямоугольничек. Нет, прямоугольничек нет. А такие малые? Малые? Нет. А мусі бути позолоцяне чи не мусі? Мусі краще позолотою, да. Так є? Або так є? Так, не знаю. Ну, на великий, мабуть, от этого. Вам видно? Ви скажіть, що даже на першу вибрати. Не знаю. Ми в замішательстві. Угу. Реально замішательство. Не от такі, ні? От вони похожі на твої ще бірлентики. Ще раз, мені треба золотое, либо серебра, да. Щоб взагалі не було видно. По цвету, я поняла. Не знаю, нічого тебе не можу сказати. Давай щось подумаємо. Оце великі мені будуть, мені здається. Да? Наверное, да. Великі будуть. А здесь какие-то снова. Ну, подожди, сейчас посмотрю. Ну, вот такое у тебя есть, но на ней вот эти. Не надо серебра мені, не треба. Вот это, бачиш, що в золоті, но оно вот... Ну... В золоті. Короче, народ прям куда-то попадало, не знаю. Вот Наташ так представила, думала, что она уже у нее да, есть. Что я уже просто. Что у нее есть идея, а идеи нет. Угу. Пришла и кольцо взяла. Есть, вот прикольное. А это тоже не посередине оно будет. Да, высоко. Не знаю даже, что сказать. А может спробуй ты вот сел? Ну давай попробуй. Сел. Вот. Слушай, весельки, мне кажется, мне не пойдут просто. А эти сколько? 130. 99. Просто держи внизу замочку уха, чтобы нам было видно. Не, да? Не знаю, непонятно. Непонятно. Не могу тебе видео дать посмотреть, посмотришь, скажешь, нет или да. Да, слушайте, не просто. Выбор хороший, выбор есть, но... Знаешь, что тут должно быть? Тут повинен быть черный, вот реально, вот мне кажется, вот к такому, не? Ближе, да. Черный, Наташ, хочет. Вот что-то мне, вот, может, я черный, помыляю? Вот а черный, вот, не, вот не, что это такие? Так у тебя, ну, ты сам, так, то есть, так и сам, ну, просто... а, нет, уже мне еще. А этот сколько? 85. Ну, маленький такий. Ну, не чорний, ну, он давай, червоний, так? Да? Більше червоний, чорний. Ну, давай. Так, це такий темний бардак. Тоже ні? Не знаю. А ну, туди посмотри. Не знаю. Не знаю, да? Надо подумати. Сейчас дам тебе посмотреть видео, определишся. Еще одни варианты. Сейчас зарезаю. Вот это, да? Покажи. А вон, ну такой не круг, ага, а да. Многокутник такие. Градник. А это сколько? 69. 69, вообще, ну хорошо, как и прошлая сережка. А ну-ка, сейчас посмотрим. Ну еще выбрать есть, ну красота какая. Ну вообще, ну что-то вот. Велики, да? А ну, покажи. Велики. Покажи. Нет. Большие, а ну еще. Туда, смотри. И велики, и не мое. Ну, гусики сказка просто. А чего ж вы не играете ни с кем, гусики? Ну, они сами по себе играют, не командные игроки. Не командные, да. Да, очень добре. Что бы еще? А вот такие, не, ну это смешно, бабочку, да? Зараза. Бабочку, наверное, нет. Потому что бабочка, вот все, сигнал, все, вот.
сигнализирует. Ну, не, бабочка говорит. А, такое. А, ну давай. Не, серебро, серебро. А, ну да. Да. Я хочу без серебра. Ну, бабочка, я думаю, не. А ну бабочку отсюда. А вот тоже сережка. Ты здесь смотрела все? Не знаю. Это он с так, кто это ж? Что же сережка? А, мы смотрели, мы вот это вот смотрели. Смотрели все, да. Ну вот это, кстати, нет. Так, бабочка, да? Бабочка, почему у нас? Где бабочка вообще? Так, она бабочка вот. Не вижу. Валыка. 125. Нифига себе, бабочка, да? А ну, бабочка, а ну, покажи, покажи, покажи. Ну, что там у нас с бабочкой там? Не, на мою даже... Ночи не знаю, она помощь вам. Нет? Ну, интересно смотрится, я не знаю, как бы, ну, наверное, не знаю, наверное, нет. Наверное, нет. Нет, большая. А вот эти вот, не? Глупо будет. Месяц? Месяц, да? Полумесяц. Давай меряй, что глупо там. Ну, все, мы ж пробуем все, как бы, не знаю. Давай попробуем полумесяц. А вот си и вот си. Только прям перемирили, что не ничего. Ставлю и эту. Я тут ее слива. Давай. Вот слив. Посмотри, что делается. Да, не что-то. Як не хоче, ну. Як не хоче. Месяц вот, да? Какой прям месяц интересный. Ну давай. Месяц сколько? 99. Ну что, народ, вы пишите. Что-то, конечно, угу. Прошу у вас совета, но мы сами даже не можем разобраться. А ну покажись. Смотри в зеркало. А смотри, можешь повернуть туда, повернуть обратно. В смысле, вниз, вверх. Не, что-то не, наверное, нет. Потому что если под это, надо и не знаю. Да, у меня даже не ложит воно. Смотри, mm-hmm. На ухо даже не ложит. То есть не для этих сережек. Блин, обидно. Ну вот Наташа уже на весочке прям соглашается, ну, чтобы найти пару. Точнее, не пару, а ну да, пару сережек, друзей к своим бусикам. Ты говоришь, мэтч, да? Мэтч. Комплект. Комплект. А ну покажи. Совсем не маленький. Вообще, да? Вообще нет. Цыганка Азза. Угу. Не мое. Что-то не то. Не получается сегодня здесь пару найти. Ну, вот знаете, ничего не выбрали. Только говорили, ваши комменты читали, вы нам помогали, а ничего не вышло. Ну, да, девочка столько дала перемерить, ну, столько красоты показали снова, и вот в этот раз мы не выбрали. Ну, ничего, сейчас что-то выберем, вам покажем, если нет, ну, просто показали вам видео, ну, насладились сережками и сэкономили деньги, между прочим. Ой, толпа такая идет прям сейчас. Ух, прям толпа, все. Перебегаем с вами и пройдемся еще немножечко по всяким киосочкам на Суконном рынке. И, может быть, тоже что-то интересное найдем, тогда уже вам покажем. Потому что здесь интересного просто очень много всего.